Всем привет, ребят! Мы сегодня на аккаунте моего подписчика Альберта, и у нас коллекционер на русском сервере, как обычно, и сливаем мы сегодня самики до последнего, пока мы не выбьем осколки на лазулю. Поехали посмотрим, что это за аккаунт. Ну, судя по всему, аккаунт донатный, а может и нет. Вот нам надо 20 осколков лазули и пакт. Аккаунт. Ничего себе, доната минимум, накопленные. Отлично. Что по героям? Осмо, Трифит, Азуля, Землеройка, Асура. Ну, я вам скажу, неплохо, неплохо. Как для бездона, так. Находится он в гильдии Террариум. Первые третьи места, битва гильдии фартовки. Дайте заявочки, вступайте. Прием после собеседования в ВК. Айдишка есть у вас на мониторе. В общем, неплохо. Уже радует, что без донат. Так, что у нас по талантикам? А даже неплохо. Блин, видимо, наверное, давно уже играет, но по талантам, конечно же, я вам скажу. Видно сразу без донат, старые таланты, новых не особо много есть. В общем, вот как-то так. Хорош. Хорош, хорош. Так, у нас сегодня цель собрать слизни. Будем ролить до тех пор, пока не выбьем все слизни. 15 штук. Ну, на предыдущем аккаунте мы фигню словили за 50к, поэтому я уже ничему не удивляюсь. Рыцарь тьмы, сердцеедка Асура. Вот он первый пошел. Дракос. Махатма Купидон. Блин, да ладно. Махатма есть. Просто жесть. А там нужна была Махатма. Ну, я не знаю, какие-то такие своеобразные роллинги получаются. Падают герои, которые уже есть. Итого, Суккуб Заклинательница, Гаргул Рыцарь. 10к или больше там чуть-чуть. И в итоге второй слизняк. Я буду ржать, если просто уйдет Варлок 100к. И мы соберем там, ну хотя уже падает Медуза. Сердцеедка. Раз, два. Еще суккуб. И того, что мы имеем. 5. Ровно 3. 20к. Блин, я фигив. Ну дайте награды нормальные. Дайте такие награды, как на... Награды, как на этом. На английском сервере. На китайке. Сейчас я вам просто зайду, покажу. На китайке открылся коллекционер, чтобы вы видели разницу. Это просто космос. Да, там имбовых героев надо выбить, но они помимо того, что они там падают, но вы зато и плюшки получаете. Обалденные. Вот смотрите, тыковка. Сундучок, лазуля. Изворот для тыквы обалденно. Две, ребят, две эмблемы восьмых. Не так, как вы соберете слизней там внизу. Сундук за космо. Проклятый доспех, две коробки. Ну, тут, понятно, это фигня. За 15 получаете Арктику. Вот, кстати, на многих серверах уже поубирали, а здесь она до сих пор есть. И за Командору тоже изворот. Седьмая, правда, эмблемка. Ну, в общем, выбор намного больше, намного лучше. Да и падает, давайте ради интереса. Пару раз по 450. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот так вот. Так, окей. То есть видите разницу, да? Поехали на наше несчастье русский сервер.
Ух. Сейчас будет имба, медуза. Еще один студеный. Еще один студеный. Трифит. Неплохо. Болгрома. Не помню, есть у него там трифит. Нету, сейчас глянем. Отлично, трифит есть. Ну, поздравляю, хоть один недостающий герой достали. Так, Асура, блин, там Асур полно. У меня куча бугименов, короче, какой-то такой хаос творится. Купидон, Суккуб, Тыква. Снова. Тесочка. Так, ну слизни падают. Отлично. Это самое главное, я хотел сказать, и нифига не падает уже. Бугич. Ну чё, поздравляю. Еще один недостающий герой. Вот это радует, ребят. Когда убиваешь недостающего героя. Так, Асура. Асура, ледяной феникс, который упал на предыдущем аккаунте. Блин, ну реально какой-то такой трэш творится. Хоть бери и знай, на каком аккаунте, когда заходить. Так, Суккубно, я думаю, вряд ли мы там штук 12-13 собрали. Не более того. Но уже два героя недостающих есть, это реально радует. Это бездонатный аккаунт, ребят. Бездонатный. То есть сами кинокупы. Еще одна махатма. 15-15, в 50-очку мы вложились. Землеройку мы не вытащили. Но зато, в принципе, я считаю, отлично прошлись, вытащили. Два неплохих. Герой, ну Букич вообще обалденный для него, как для бездона будет. Так, а Трифит? Ну, Трифит такое, знаете, среднее. Так, я не понял, а что это мы еще и Асуру вытащили, а там у него была Асура. Что я не могу вкурить. Или я где-то его провтыкал. То ли он у него был, он его не открывал. Скажем, что это мы выбили. Ну, в общем, блин, обалденный. Что, оно еще раз? Заклинательницы нет. Да, заклинательницы нет. Как-то так, блин, нападало в разных, на разных аккаунтах по-разному так падает. Вообще, знаете, такой разброс одного в другое. Так, ну заклу. Закла нет. Ну, а, подождите, и закла есть. Короче, что-то меня. Что-то меня понесло. И Асура есть. Вообще огонь. Что ему еще хотеть? 75-87. Ну, остались донатные. Землеройка, ледяха. Космо, три, знаете, три таких мини-героя, которых надо, все остальное донат. Да. В общем, вот так вот, такой у нас получился роллинг. Я считаю, очень обалденный. Получили мы очень много недостающих героев. Такс, заклинательница, ожог, разброс, стойкость, изворот. А у него просвет даже есть, на кого-то вытащил. Жалко, еще Трифида не собрали. Было бы вообще огонь. Так, что у нас тут по плюхам? Ну, тут смысла даже нету открывать, у него все уже есть.
В общем, вот так вот, ребят, такой вот роллинг вполне удачный. Я ожидал, конечно, намного хужего, но все-таки мы с этим справились. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.